Следующее вино на нашей дегустации – это Кубань вино «Ангелы и демоны» Каберне 2020 года урожая, ЗГУ «Кубань» Таманский полуостров, Краснодарский край, Россия. Алкоголь 13,5% объемных. Акцентирую ваше внимание, что данное вино изготовлено из черного сорта винограда Каберне Совиньон, но оно белое в цвете, и связано это с отсутствием процесса мацерации на мезге. Итак, наше вино светло-лимонного цвета. Нос вина чистый, свежий, фруктовый, с первичными ароматами, умеренной интенсивности, в аромате желтая слива, ноты ежевичного джема и белая смородина. Во вкусе вино сухое, с умеренным теплым алкоголем, со средней освежающей кислотностью, со средним минус телом. С умеренным минус фруктовой концентрации, достаточно быстрым, но тем не менее фруктовым послевкусием. Резюмируя, можно сказать, что это простое, понятное, фруктовое, чистое, освежающее вино для употребления на каждый день. Я рекомендую пить прямо сейчас. Оценка 82 балла, купил за 340 рублей. Cheers!